Всем большой-большой привет! Замечательных всем выходных! А я решила порадовать своего любимого мужа и приготовим с вами вместе сливовый пирог. Для этого я просеяла 180 грамм муки. Просеиваем, обогащаем кислородом. Возьмем 100 грамм масла или маргарина, желательно остывшего. На мелкой терке натрем наш масло или маргарин прямо в муку. Мука у нас уже здесь. Теперь муку соединим с маслом. Хорошенечко перетрем. Вот такая рассыпчатая крошечка у нас должна получиться. К нашему тесту добавляем щепоточку мелкой соли и 30 грамм сахарного песка. Перемешаем. Теперь добавим в наше тесто 3 желтка. Яйца холодные из холодильника. И отправляем в наше тесто. Белки отправим в холодильник. Перемешаем. И добавим 3 столовые ложки холодной воды. Вода у меня была в холодильнике. И быстренько замешиваем тесто. Вот такой клубочек теста у нас получился. Убираем целлофановый пакет и на 30 минут в морозилочку. Мы займемся нашей сливой. Чем слива слаще, тем лучше. И режем просто напополам. Начинки будет много, а теста будет мало. Вынимаем косточку и режем еще напополам. Все очень просто. Начинки сделаю побольше. Здесь у меня 15 штук средних слив, не крупных. Получилось 400 грамм. Теперь к нашей сливе я добавляю пакетик ванильного сахара. После того, как мы добавляем ванильный сахар, слива даст сок. Еще я здесь намолола немножко корицы, но это, ребята, на любителя, кому нравится щепоточка корицы. У меня палочка корицы была, я
ступкой разломала. Перемешаем. Аромат какой! Прекрасный! Если слива не сладкая, если вдруг слива не сладкая, то можно еще подсластить обычным сахаром. Попробуйте на вкус. Сейчас перемешаю. Вот сразу видно, видите, слива пустила сок. И еще добавим 1 чайную ложечку кукурузного крахмала. Вот. 1 чайная ложечка с горочкой. И все. И пусть наша слива ждет своего часа. Пусть маринуется хорошенечко. Все, оставляем в сторонку. Форма для пирога у меня 28 сантиметров. Вот такая. Я укладываю пергаментную бумагу. Но так как пергамент у меня некачественный, из светофора прилипает, поэтому я хорошенечко смазываю и дно, и бока маслом, ребята, чтобы потом наш пирог хорошо достать из формы. Вот так. Ровно 30 минут прошло. Начнем раскатывать наше тесто. Припылим немножко мукой наше тесто, чтобы оно было более податливо, и начнем раскатывать. Теперь переложим наше тесто в форму. Аккуратненько снимаем целлофанчик, вот так, и распределим. Получилось у нас с бортиками. Берем вилочку и хорошенечко проткнем. Ставим тесто в разогретую духовку на 10 минут. Духовка просигналила, достаем аккуратненько нашу заготовку. Теперь на нашу заготовку выкладываем сливу. Вот так у нас получается, и отправляем снова в нашу разогретую духовку на 180 градусов на 25 минут. Теперь мы займемся взбиванием наших холодных белков. Отправляем белки в емкость сухую обязательно. И взбиваем до пенки. Постепенно за 3 приема будем добавлять 100 грамм сахара или 100 грамм сахарной пудры.
крем до стойких пиков. Прям вот такой, видите, густой. Духовка сигналит, вынимаем пирог. И сейчас сверху на пирог выложим белки. Сделаем для красоты небольшие неровности. Вот так. И отправляем в духовку еще на 25 минут. Последний этап. Вот так вот у нас получился пирожочек по рецепту Ивана. Вот такая красота у нас получилась. Ну что, ребята, снимем пробу. Как говорит Иван, такой пирог можно есть сразу из духовки и остывшим. Вот такая красота. Будем пробовать нашего вкусного, еще горячего пирога. Пирог как торт. Очень, ребята, интересное сочетание вкуса. Меренги и сливы. Слива слегка дает такую кислиночку, а меренга ее подслащивает. И тоненький-тоненький слой теста. Так что не переживайте, теста тут совсем мало. Спасибо большое Ивану за замечательный рецепт. Такой пирог можно подавать в праздники вместо торта. Будет очень вкусно. Так что пробуйте, не бойтесь новых рецептов. Если что-то не получится, то любой рецепт можно доработать. Это блаженство. Меренга тает прямо во рту таким нежным облаком. Очень вкусно. Слива хорошо пропеклась, мягкая. И даже корочки у сливы не чувствуется. Нежная-нежная. Все, ребятушки. Испытали мы с вами рецепт. Я делала его впервые. Мне все очень понравилось, так что и вы пробуйте, не бойтесь. Всего вам самого хорошего!